Отстранить мэра Труханова и распустить Одесский горсовет. Соответствующее постановление подготовили депутаты Верховной Рады от Всеукраинского объединения «Свобода». В пояснительной записке указали ряд причин для назначения внеочередных перевыборов мэра и городского совета в Одессе. Гел Труханов має подвійне громадянство, а саме громадянство України та громадянство Російської Федерації. 13 квітня 2016 року проти свавілля депутатів міської ради та на знак протесту проти того, що міський голова Одеси – людина з громадянством країни-агресора, громадськість зібралась на безстроковий мирний протест перед Одеською міською радою. В ніч з 25 на 26 квітня 2016 року невідомі особи знесли наметове містечко перед радою, тим самим перешкоджаючи мирному зібранню громадян. Палаточный городок активисты восстановили, но уже 1 сентября его вновь ликвидировали. Мы сидели на палете и продолжали свой протест. Пришла группа ребят из самообороны, стала нас сбрасывать оттуда, потом стали тягать. Ноги застряли в этих рейках деревянных. И несмотря на то, что мы кричали, я кричала, что мне больно нога, никто не реагировал. И вот результат. Среди указанных в проекте постановления причин есть и инициатива фракции мэра «Доверять делам» отменить декоммунизацию в городе. Вспомнили нардепы и о фактах давления на общественных активистов и журналистов. 13 червня 2017 року під час погоджувальної ради Одеської міської ради співробітниками ради був виведений із застосуванням фізичної сили та побитий на вулиці одеський журналіст за те, що він здійснював відеофіксацію погоджувальної ради, що не сподобалось одеському міському голові. Работе СМИ в горсовете всячески препятствуют сотрудники так называемой муниципальной охраны. Кто вы такой? Кто вы такой? Успокойтесь, вы устроили... Нет, нет, здесь. Это позорище, это стыдно. Ни в одном городе такого нет. Я прошу вас выйти из зала. Выйдите, пожалуйста, из зала, молодой человек. Там, как отмечают сами нардепы, череда противозаконных действий мэра и сотрудников городского совета не заканчивается. Екатерина Лапицкая, 7 канал.